Воу-воу-воу-воу! На, получай созерцатель! На, нашими мощными ударами Конга! Ребятушки, всем здорова, с вами как всегда Артемен. Сегодня, ребятушки, в этом ролике все танчики в игре Hills of Steel сразятся против босса Созерцателя. Да, ребятушки, все 17 танчиков. И также, ребятушки, у меня новый подарок, новый день, новый подарок. Давайте его откроем от разработчиков. Третий день, третий подарок. И выпадают, ребятушки, монеты плюс какой-то бустер. Ну, пока, не знаю, если у кого-то выпадало что-то другое, напишите. Итак, ребятушки, переходим к нашим танчикам. Начнем мы, конечно, с Кобры и будем двигаться до последнего, самого крутого легендарного танка Кракена, ребятушки. Поэтому перед началом не забудьте подписаться, поставить лайкосик. Начинаем! Наша схватка начинается, ребятушки. Босс-созерцатель против танчика Кобры. Вау, первый танчик Кобра и босс-созерцатель. Давай, давай, нет. Уах, капец, еле как увернулся от ее ударов. От его, точнее. На, получай, созерцатель, мои атаки. Моя Кобра, конечно, достаточно сильный танк. Хоть и самый первый, ребята, но Кобра, как вы знаете, сильный танк. Все, мы почти победили созерцателя. Давай, давай, давай. И бум, нет, она по мне попала. Да что такое, на. Все, ребятушки, созерцатель побежден. Итак, наш следующий танчик, Королевский Джокер. Как вы знаете, недавно появился этот крутой скинчик. Берем этот танчик и отправляемся. Наш следующий бой начинается, ребятки. Джокер и Созерцатель сейчас будут сражаться. У Созерцателя, точнее у Джокера, у Королевского Джокера, ребята, быстрая перезарядка. Вы смотрите, как быстро он выпускает свои маленькие, но мощные пульки. Давай, 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 давай. Так, Джокер, мы должны победить. Мы должны победить этого боссяру. Давай, давай, совсем немножко остается. Капец, попал он по мне лазером, по-моему, да? Да, попал. Давай лети сюда, созерцатель. Мне в него надо как-то попадать. Все, давай, 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 давай. Да, есть, ребята, победа. Следующий танчик, Титан. И у него мощнейшая пушка. Погнали. Наш бой начинается, Титан против Созерцателя. И да, ребятушки, вместо босса там внутри сидит Дед Мороз. Это такая новогодняя тема. Так, окей, Созерцатель и Титан, давай, на, получай, у нас мощнейшая пушка, чтобы ты знал. На, хо-хо. Да, ребята, смотрите, уже два выстрела, у него почти не осталось жизни. И бум, ес, победа, да. Окей, наш следующий танчик, это Феникс, и он стреляет огнем. Ну что, начинаем. Наша следующая схваточка начинается, ребятушки. Босс-созерцатель против огнеметного Феникса. Так, нам сейчас главное нашим огнем попасть в него, потому что это может быть немножко сложновато. На, получай! О, нет! Не успел увернуться от его лазеров, но мы его сейчас победим, я уверен. Ах, капец, он опять в меня попал. Жесть, у меня уже половина жизни осталась. Давай, 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 Феникс, я в тебя верю. Совсем немножко осталось, совсем чуть-чуть. Да! Да, отлично! Наш следующий танк Баллиста, она стреляет огромными тяжелыми снарядами, как вы знаете, и погнали. Итак, ребятушки, следующая схватка Баллиста против босса Созерцателя уже начинается. Ну что, давай, Баллиста, покажи, что мы умеем метать нашу вот эту вот баллистическую мину какую-то. На, получай, Созерцатель. Так, главное в него, конечно, попадать, но здесь не должно быть проблем. Он, конечно, стреляет своим лазером, но нам его, ребятки, гораздо легче одолеть. Давай, давай, почти, 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 и ес! О, капец, у него совсем мало жизни, я думал, я уже победю. Я думал, я победю, все, я победил. Итак, следующий танчик, длинный танк башня. Ну что, давайте посмотрим, поможет ли ему вот эта длина, его высота победить босса. Итак, ребятушки, танк башня против Созерцателя. Ну что, давайте начнем этот мощнейший бой Созерцателя, у которого, кстати, тоже достаточно мощная пушка. Давай, давай, попадать по этому Созерцателю, уклоняемся от его атак, давай, давай. Так, главное попасть, этот танчик умеет падать на спину, ребята, да, и вперед, и на спину. Он смешной, он, ребята, реально падает, давай. Так, попадаем, попадаем, последний выстрел, давай, давай, еще, 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 бум, ес, ребятки, да, победа. Следующий танчик, это пулеметный танк Жнец, ребятушки. Ну что, это один из самых мощнейших танков, давайте посмотрим на него в бою.
Ребятки, следующий бой — Созерцатель против Жнеца. Ну что, давайте посмотрим. Жнец — один из самых мощных танков. Сейчас Созерцателю просто мало не покажется. Давай. Но! О-о-о! Какая быстрая победа! Итак, дальше у нас идет Катюша, которая стреляет ракетами. Ну, в новогоднем варианте она стреляет игрушками. Погнали! Ребятушки, бой Катюши против Созерцателя уже начинается. Итак, у нас есть реактивные ракеты. Катюша ими стреляет, точнее, это, ребятки, не ракеты. Это и не игрушки, это леденцы, я перепутал. Это такие конфетки новогодние. Давай, Катюша, я думаю, сейчас мы уже почти победим. Давай. Да, yes, отлично, победа. Итак, наш следующий танк — это, ребята, Атлас. И он также стреляет ракетами, только они у него уже самонаводящиеся. Наш следующий бой начинается, ребята. Босс, Созерцатель и Атлас, ребятки. Атлас, у него самонаводящиеся ракеты. Смотрите, как они точно попадают в цель. Вау! Да все, ребятки, все, уже победа. Вау, круто! Наш следующий танчик — осадный, ребятушки. Осадный обладает самой мощной пушкой в игре. Давайте на нее посмотрим. Ребятушки, следующий бой начинается — Созерцатель и танк осадный. Ну что, давайте посмотрим на его мощнейшую пушенцию. На! Что-то как-то не очень мощно. А вот это был мощный удар, вы видали? Смотрите, сколько у него жизни осталось. Все! Да, отлично, победа! Следующий танк — эпическая Тесла. Наконец-то мы дошли до эпических танков. Ну что, погнали. Итак, бой Созерцателя с эпическим танком Теслой начался. Вау, ну что, давайте сражаться на у Теслы, ребятки. Электрические разряды, вы сами это видите. Они, конечно, самонаводящиеся. Мы, можно сказать, всегда, почти всегда попадаем в Созерцателя и потихонечку его уничтожаем этим разрядом. Давай совсем чуть-чуть, yes! Все, ребятки, тоже победа. Итак, следующий эпический танк — это Мамонт. И у Мамонта огромная башня и огромная мощная пушка. Начинаем. Итак, следующий бой — эпический Мамонт и Созерцатель. Итак, начался. Смотрите, ребятушки, что сейчас будет. Эпическая пушка Мамонта. Смотрите, как она жестко стреляет. Давай. Мы победим этого Созерцателя. На, получай. Так, давай, Созерцатель, почти одолели его, совсем немножко уже остается. Давай, Мамонт, побеждаем! Yes! Победа! Итак, следующий танчик, ребятушки, эпический Рахнит, и на нем у меня стоит скинчик имбирный пряник, который недавно появился в игре. Ну что, погнали в бой! Наш следующий поединок начинается — Созерцатель и имбирный пряник Рахнит. Этот танчик смешной, смотрите, как он забавно выглядит. Ну что, давайте атаковать Созерцателя. На, получай. О нет, его лазеры, от них надо, конечно же, уклоняться. На тебе мою атаку лазерную. Получай, Созерцатель. Получай, Босяра. Да, да, ребятушки, это тоже победа. Следующий танчик — это, ребятушки, эпическая Дюночка, ребятушки, да, новый танк Дюна недавно добавили в игру, погнали. Итак, наша схваточка начинается, ребятки, Созерцатель против Дюночки. Ну что, давайте посмотрим на это эпическое сражение. Дюна умеет сражаться, ребята, гранатами и вот таким вот мощным тараном. На, получай, Созерцатель. Так, отлично, мы ему нанесли урон. Где он там? Где ты там ездишь? На, получай мои атаки. Так. Мне главное попасть. Мне главное сейчас в него попадать. Давай. Я промазываю. Капец, я промазываю в основном. Давай же. Нужно попадать в него. Yes. Все, остается у него не так уж много жизни. Где-то половина. Вау. Так, главное не забывать от его лазеров уклоняться и тараном. Давай, бум! Да, тараном получается, конечно, но не так сильно, как бомбами. Давай! Совсем немножко уже жизни у Созерцателя. Капец, как сложно на Дюне его побеждать. Давай. Yes! Да, наконец-то победа! Следующий танчик, наконец-то, легендарный Скорпион, ребятушки. Мы переходим с вами к легендарным, самым крутым танкам. Поехали! Итак, ребятушки, бой Созерцателя и Скорпиона. Вау. Ну что, давайте атаковать этого Созерцателя. Вау, смотрите, какой у нас красивый, мощный танк. Он еще умеет хвостом атаковать.
Давайте победим его хвостом. Давай, 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 давай. Совсем чуть-чуть осталось. Бум. Давай, почему? Yes. Все, попали. Я думал, мы не попадем, но мы попали. Итак, ребятушки, дальше у нас легендарный танк Конг. И он бьет врагов своими мощными кулачищами. Погнали. Итак, ребятушки, бой легендарного Конга против Созерцателя. Ну что, давайте сразимся. Воу-воу-воу, на, получай, Созерцатель, на, нашими мощными ударами Конга. Получай нашу атаку. Воу-воу-воу, конечно, он пытается атаковать своими лазерами, но у нас есть мощное, грозное оружие. Мы можем его достать даже издалека. Капец, какой же мощный этот танк Конг. Давай, давай, побеждаем, побеждаем, побеждаем. Yes, yes, да. Следующий, ребятушки, легендарный и самый крутой танк, это Кракен. Ну что, отправляемся в бой. Наша схватка, ребята, с боссом Созерцателем начинается на легендарном танке Кракен. Ну что, Кракен, давай покажем этому босяру, что мы умеем, как мы умеем атаковать нашими мощными снарядами. Давай, 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 вау, жесть. На, получай, Созерцатель, давай, давай, остается совсем немножко и... Yes! Да, ребятушки, это победа. Итак, ребятушки, все танчики, абсолютно все в игре Hills of Steel смогли победить босса Созерцателя, как вы видели сами, без проблем. Ребятушки, если вам понравился ролик, обязательно посмотрите мой предыдущий ролик, как новый бустер-дрон сражался против всех боссов в игре Hills of Steel. Ну а с вами был RTVN, увидимся с вами, как всегда, в новых видео. Всем до новых встреч, пока-пока!